Да, если вас можно получать больше, наверное, ему хочется больше. Но я бы не отказался и от такой зарплаты в Англии. Почему бы и нет? Ньюкасл продолжает атаковать. По центру и жестко с Де Гузманом, но ничего, налево. Штрафная. Вот он вошел в сотый раз в штрафную. Низом. Можно бить удар. Перекладина. Еще удар. Гол. 2-1. Они забили. Все-таки головой, да? Или как? Затолкали, запихали. Опять бьют головой. И смотрите, ну что. Перекладина. И вот он, Дембаба. Но будет так играть и забивать, конечно, не отпустит его из Англии. Повысит ему зарплату. 2-1. Ньюкасл порадовал тех болельщиков, что не ушли. Ну и что, неужели надежда на ничью? Но почему бы и нет?